причину болезни Леонтьева раскрыли. Артист переборщил с пластическими операциями. В последнее время состояние здоровья Валерия Леонтьева все чаще вызывает беспокойство врачей. За последние 3-4 месяца певцу несколько раз пришлось отменить выступление по причине плохого самочувствия. Неудивительно, ведь любимец публики продолжает активно гастролировать и работать буквально на износ. Даже молодой организм в такой ситуации будет давать сбой. На предупреждение доктора Леонтьев не реагировал до тех пор, пока без их помощи было уже не обойтись. Ясновидящая финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажета Ахмеджанова рассказала о причинах регулярных недомоганий народного артиста. Валерий Яковлевич должен понять, что ему необходимо значительно уменьшить нагрузку, то есть количество концертов, начала она. По словам экстрасенса, иначе все это может превратиться в постоянную борьбу за жизнь, поскольку тенденция сформировалась не самая положительная. Врачи до поры до времени могут поддержать физическое состояние артиста в норме, но в какой-то момент и они могут оказаться бессильны.